Агрокласс в школе поселка Хасан появился в сентябре 2022 года. За это время ребята успели подготовить участок под посадку, высадить первые саженцы вишни и провести небольшие опыты. Кроме того, ученики решили благоустроить и теплицу. В этом учебном году мы впервые начали заниматься агроклассом. У нас довольно хорошо получается. Мы начали подготавливать теплицу и пришкольный участок к приходу весны. В дальнейшем мы хотим посадить сад из нескольких видов деревьев, например, яблони и груши. Чтобы узнать больше об аграрной специфике, ребята даже заключили прямой договор с сельхозакадемией. Их первая поездка туда состоялась в ноябре, когда они познакомились с агрохимической лабораторией, научились определять жизнеспособность семян, а также разобрались с основными морфологическими признаками зерновых культур. А уже в декабре школьники Хасана приняли участие в агрофестивале. В декабре мы ездили на агрофестиваль в сельхозакадемию города Уссурийск. Нам понравилось. На фестивале мы проходили различные задания и участвовали в конкурсах. Выходя на сцену, мы очень волновались. На фестиваль приехало 11 школ. Когда мы узнали о том, что заняли первое место, мы просто были в восторге. Конкурс проходил в несколько этапов, включающих визитную карточку и практические задания. И несмотря на то, что агрокласс в школе поселка Хасан появился не так давно, ребятам удалось справиться со всеми заданиями на отлично. Ребята участвовали в различных конкурсах, управляли сельхозроботами, тракторами, квадроциклами, знакомились с сельхозрастениями и методами их определения. Преподаватели факультета лесного хозяйства проводили викторины о диких животных Приморья. Ребята получили массу положительных эмоций, пополнили свой багаж знаниями, и несколько человек задумались о поступлении в сельхозакадемию. Сейчас агрокласс под названием «Росток» посещает 8 учеников школы. У ребят уже есть своя форма и эмблема. Теперь к ним добавилась и первая награда за труды. Посмотрим на будущее, может быть, какие-то еще ученики изъявят желание принять участие в планах проведения общешкольного родительского собрания с представителями академии, чтобы рассказать об этой инициативе для родителей, какими преимуществами пользуются школьники. Дело в том, что в этом году уже, если школьники являются учениками 9-11 классов, то они получают бесплатную подготовку к ЕГЭ в очном режиме и дистанционном режиме. Уже весной ребята продолжат высаживать на своем участке деревья и проводить опыты. Ну и, конечно же, в планах снова посетить сельхозакадемию и получить новые знания. Ольга Полевая, Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.